海香村民者，叭叭叭叭叭叭叭叭叭，все я бы Дороги до драконьих гор лучше не найдешь. проходить. Куда спешишь? Можем сделать это здесь. Ну, проходите, Димка. Я просто должен договорить. Вот управимся с колдуньями и за вас возьмем. У тебя вульгарность написана на лице. Глазища у тебя змеиные, а язык... Фу. Так, короче, А, золото на ногу. Глядишь. Золтан? Да! Маргариту держат в Дели. У нас есть план, как ее оттуда вытащить, но нам понадобится твоя помощь. Что делать? Погрузи на телегу столько Макакамского, сколько сможешь, и езжай в Оксенфурт. По сигналу Йеннифер ты проедешь мимо ворот тюрьмы и угостишь стражников. Тут вот какое дело. Как чародеи в городе перевелись, охотники взялись за нелюдей. Краснолюд, который путается у ворот тюрьмы, только внимание привлечет. Верно, я и не подумал. В таком случае пойду сразу к Йен. Она обещала найти вход в руины под городом. Ну ладно. Спасибо за беседу. До свидания. Посмотрим, вдруг он поменял мнение и все-таки решился. Пупенная музыка. Она мне очень нравится. Ты нашла вход? Даже несколько. Ближайший в колодце, недалеко отсюда. А ты про помощь договорился? Мы сами справимся. Начнем. К делу. Я сказал, что это невозможно. А если стражники знают о проходе в развалинах и поставили там стражу? Не знают. Ты так уверена? Иерархи Новиграда делали все, чтобы стереть память об эльфском прошлом города. Даже если кто-то помнит, что руины существуют, никто не знает, куда они простираются. Тем более никому не придет в голову ставить там стражу. Возможно, что ты права. Это удивлялся, что это за место. Пришли. Хм. Еще недавно колодец был закрыт камнем. Согласно эдикту иерарха Хемельфарта, изданному больше 10 лет назад. Но я нашла пару сильных и отзывчивых прохожих, которые за небольшую плату любезно согласились убрать валун. Держи. Что это? Воспользуйся этим, когда найдешь Риту. Так я смогу понять, где именно ты находишься. Ты не пойдешь со мной? Продираться через руины и каналы я предоставлю специалисту. Ясно. Ты предпочитаешь прийти на все готовое. Вот, макака. Снова мокнуть. Ну, я не хочу это один идти. Ну ладно, пошли. Сейчас главное еще попасть в эту яму. Попал. Ну то есть куда-то туда. Это место интереснее, чем казалось. Намного интереснее. И очень интересно. Очень интересно. Настолько интересно, просто шик. Ничего себе. Так, тут надо быть немножко повнимательнее. А то тут такой лут, знаете, дорогой. То есть, если такого у нас таких вещей хватать не будет, то
Будем много платить за такие вещи. Они дорогие. Ой. Доспех, конечно, какой-то. Ну просто вот эти вимериты, или как там его зовут? Он дорогой, а там он где-то 500 стоит, что ли. То есть давайте лучше все это брать. Очередной расхититель эльфских гробниц. А тут кто? Странно. Че, пошли? Да, полно лута вообще. А как полно лута. Как такое можно оставить? Даже сокровища можно так сказать. Так что такое не оставляем на таких местах. Просто никто не придет. Наверное. Пошлите. Еще все продадим, будет нормально, еще деньги получим. Потом будет зайти это через другой проход, в который я не пошел. Там тоже посмотреть. Ой, ой. Так, давай я быстрее с тобой справлюсь. Ой, процент сгорел. Прошел процент маленький. Там 2 или 6 процентов было. Я не помню уже. Ну, был процент маленький, что она сейчас подгорит. Походу, вот туда. Если так, тогда... Ну, пошли туда. Механизм сломан. Не хватает какого-то элемента. О, нет. Может, его удастся чем-то заменить? Меч? Ну, серьезно? О май гад. Только что тут прошелся. И... Да. Может пригодится. Это, кстати, не было тут. Может, да, не ругаться. Это вроде подойдет. Нам походу туда. Так, давай пойдем сюда. А тут, ну да, точно, вот. Я бой. И знак, а, так наверху, я подумал, что за фигня. Так, тут еще и труп есть. Ну, нам самое главное, это сундук. Ну да. Здесь можно убрать, наверное. Вот, поплыли. Вот знаете, на броню саму ладно. И на мече, да. А вот самое главное, тут это ингредиент, который может получить ингредиент. То есть всякое железо, там вот эти всякие чертежи и всякое такое. Как же здесь воняет. Надеюсь, что тут больше сидят.
Так, смотрим, что у нас там. Тут у нас ничего. Так что берем мутагенчики, погнали дальше. Подожди-ка. Давай, чужой стране. Ага. Ого, я нашел проход. Походу, пока что рано идти. Так что подожди. Подожди-ка, а то что тогда? А. Стоп, подождите, что это за место было? Уже даже не помню. Ладно. Что, погнали. Ну, похоже, сейчас будем драться очень много. О, да, лута тут много быть не может. Как туда пробраться? Дверя я не вижу. Тебя. Что, нарываешься? Умри, паскуда! Обходи с двух сторон! Он его убил! И тебя тоже. Что? Что происходит? Маргарита. Кто? Кто там? Геральт? У меня уже галлюцинации. Я вытащу тебя отсюда. Все напрасно. Мы обе сгнием здесь. Шала? Ее схватили первые. Она в очень тяжелом состоянии. Бесполезно. Без ключа не открыть. Начальник стражи носит ключи при себе. Его комната наверху. Я скоро вернусь. То есть тут никого ничего нет, да? Все, нет, вот. Есть. Кстати, насчет бутылочек, которые мы зелененькие подбираем, они нужны, чтобы делать всякие зелья. Да? Я тоже видел. Не, зачем-то их проверяют тут все. А, пошлите, не буду тут крутиться. Хотя вот это подобрать можно. Кошка. Можно разобрать. Сера тоже ее может разобрать. Вообще, вот все, что тут есть, все надо. Если правда. Есть, пропускайте эти вещи. Потому что они не весят и ничего, и нужны потом в крафтах. Например. Все же самое. На улицу я не пойду пока что. Многие можно узнать. И как вы, блядь, не научитесь. А где выше проход? Это всего лишь ведьмак! Да ты чё, издеваешься, что ли? Ой. Ты в кровище.
Магический предмет какой-то. Сами против магов играют, а сам магическими мечами играют вообще. Вот дает. Не смог тут всего интересного. Еще выше. Как мне туда попасть? Че, за улицу? Ну что, реально на улицу идти? Да. Я тебя убью! Стройте баррикады! Лучники на крышу! Понесла! Сильный удар. Очень, даже крутой! Тихо! Которой уже нет, кстати, как. Если вы, конечно, не в курсах. Об этом деле. Что вас, вашего короля завалили. А это кто там? Я. Сейчас задолбал. Ты еще живой. Каким образом вы еще живые? Я тут вообще всех должен был завалить уже давно. Нормально. Это тут остаться. О, бежит. Он мне нужен живым. Живым. Кто ты? Как ты сюда попал? Чужой! Не стой! Уладим все по-быстрому. И быстро, и больно. Да ё-моё, давай это вот так сделаем. Да, давай еще по-другому сделаем, давай вот так сделаем. Уладим все по-быстрому. И быстро, и больно. Он мне нужен живым. Живым! А, ты есть головы? Ну подожди, мне сначала надо вот это проверить. Я-то думал, такой сундучок. Я-то думал, что что-то ценное будет. Вот эти фигушки. Нет ничего ценного. Эх. Ладно. Что у нас тут-то было? А, вот она и комната, то говоря. Тут, может быть, даже что-то и найдем. Полезно. А, ну ладно, сюда тоже хорошо. В сундуке? Плюс. Я-то думал. Тут сундуки какие-то у них не очень. Все обман, чё. А, короче. Давай поспим. Ну. Да ты издеваешься, что ли? Да хилься. Да. Я делаю, не могу понять. Хожу кругами каким-то. Так, что открывать-то? Так, стоп, вашу дверь надо открыть, да? Что ты делаешь? Сейчас здесь будет я. Когда я доберусь до этих ублюдков. Яна, я не выдержу.
Держись. Ты должна выдержать. Я умираю, Йена. Я чародейка. Позвольте мне умереть с достоинством. Йен, забирай Риту. Геральт, Йена, хоть раз не спорь с ним. Я не пройду через портал с вами двумя. Тебе придется выбираться самому. Идите. Я все равно не люблю порталы. Забавно. В иные времена я бы умоляла тебя не делать. Ты бы никогда не умоляла, ты слишком гордая. Ну, вот так. А нас 20. Ну, как всегда. Мы сейчас придем, и там осада. Вот. Вот. Никого тут нет, ну ладно. Я-то подумал уже. Не, знаете, сейчас придем, а там полный чуваков стоит. Чё ты сделал? Ну-ка выходи, блядь. Так, мне нужен еще один уровень. Потом могу использовать еще лучше броню. Слышал? Чародеи восстали. Дэри бум подняли. Пусть только сдаются с колдуньей. Ох, не могу. Сейчас еще прокачаем еще лучше нашу броню. Она будет мастерская, как я знаю. То есть у нас будет мастерская броня. Этого, видимо, вообще. Мастерская броня школы Волкова. Вообще снаряжение. Тут проход есть? Неправда, смотри, проход есть. Ну, все тут. Все сбор. Геральт! Что случилось? Еще ничего, но что-то намечается. Филиппа и Маргарита хотят со мной поговорить. Ну так поболтай с ними. Не покусают же они тебя. А если попробуют, я им так отвечу. Так в чем же дело? Готова поспорить? У них есть на меня какие-то планы. И они милостиво заблаговолили меня в них посвятить. Сомневаюсь, что ты отвертишься от этого разговора. Если хочешь, я могу сходить с тобой. При тебе они наверняка будут говорить более взвешенно. Не уверен, но одна голова хорошо, а две лучше. Пойдем и закончим с этим. Ну, сразу придем. Вы хотели поговорить. С тобой, не с Геральтом. Геральт остается, или мы оба уходим? Пусть остается, Филь. Он все равно все узнает. Хорошо. Если только не будет встревать. Считай, я просто декорация. Ты наверняка помнишь, что у ложи некогда были серьезные планы в твоем отношении. Предполагалось, что ты пройдешь обучение и станешь одной из нас. К сожалению, тогда у нас ничего не вышло. Теперь мы намереваемся восстановить ложу и снова делаем тебе предложение.
присоединяйся к нам. Печально, что наши сестры Кейра и Шаала не смогут участвовать в этом предприятии. Но обстоятельства не позволяют нам соблюдать долгий траур. Ну, что ты решила? Ты присоединишься к нам? Так же, как тогда. Собираешься выдать меня замуж и сделать вашей марионеткой? Тогда ты была ребенком, а мы плохо оценили ситуацию. Теперь мы предлагаем тебе партнерство. Ложа чародеек поставлена вне закона почти на всем континенте. Присоединиться к ней значит постоянно рисковать, постоянно быть в бегах. Короли умирают, королевства распадаются, а магия живет. Пойми, что ты была создана для великих дел, и в союзе с нами ты сможешь их совершить. Только мы научим тебя контролировать силу. Для этого у меня есть Авалак. И ты это допустил? Ты правда веришь в его чистые намерения? Я не доверяю ни ему, ни вам, но это ничего не значит. Все решает Цири. Знающие всегда имеют тайные цели. Они никогда ничего не делают бескорыстно. Ты орудие в его руках, даже если сейчас этого не видишь. Мы дадим тебе знания и защиту, но ты будешь сама себе рулевым, капитаном и кораблем. В отличие от Авалакха, мы можем это обещать. Мы не ждем от тебя в данную минуту никаких решений. Обдумай наши слова и поговорим, когда будешь готова. Если это все, то... Мы едем на Скеллиге искать солнечный камень. Авалак ждет в порту. Вот так вот. Не, подумай, что. Хочешь, не хочешь, сама реши. Все равно без разницы мне. Ну что? Не знаю. Я не хочу это обсуждать. Пойду пройдусь. Ну что, пошлите на корабль. Эй! Думай, что делаешь? А? Безбожник. Кто? Герат не умеет бегать. Что-нибудь случилось? Не шляйся тут. Можем сделать это здесь или пойти к нам? Сколько там опыта нам надо? 1000. У меня мечи есть? Есть. А что куплю? Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Герр. Сделай для меня кое-что. Так, серебряный есть. И стальной. Так, где мастерский? Вот, а броню делать пока что не буду. Будет. Так.
А знаки все остаются. Вот хорошо. Вот. Так у нас мечи будут. Намного сильнее, которые у нас есть. Которые были. Да ну его. Там долго еще не. О, это же корабль. А, нет, это я думал, что корабль этого короля. Если вы поможете защитить Цири от дикой охоты, император вас амнистирует. Надеюсь, мы можем тебе доверять. Можете. А что с Фрингильей? Не знаю. Но я поговорю с ним. Вы еще как следует не поздоровались, а уже плетете интриги? Такова наша натура. А что там с Фрингильей? Рис говорила, что вы не смогли с ней связаться. Возможно, потому, что она сидит скованная двимеритом в императорских застенках. По крайней мере, именно на это намекала Рита. Я так понимаю, об этом император забыл тебе сказать. Не нравится мне это. Мы так не договаривались. Когда все кончится, я вызову императора на честный разговор. Пойдем, все уже нас ждут. Пошли, пошли. Только ради этого и пришел. Добрый бы из тебя вышел, моряк. Все уже здесь, мы ждали только тебя. Отплываем? Поднимаем якоря. Поплыли? Ого. Опять этот скриншот. Очередной раз. Красивый скриншот просто. Ну, теперь мы знаем, где его величество Имгир Варемрейс. Он решил завоевать Скеллиге? Он же знает, там мои друзья. Он хочет подарить острова тебе. Вместе с Цинтрой и остальной империей. Здесь есть и свои плюсы. Ты думаешь? Императору придется помочь нам в бою с охотой. И мы нашли Фрингилью Виго. Император, что ли? Ну, Скеллиге-то за что трогать? Да сейчас эти люди из Скеллиге их завалят, мне кажется. Давайте уже быстрее искать этот солнечный камень. Похоже, на Скеллиге у нас набирается куча дел. Нам нужна Фрингилья Виго. Пока мы даже не знаем, что это за солнечный камень. Его создали, чтобы эльфы холмов могли призвать корабли Аэнейли. Теперь это символ упущенного шанса на объединение двух народов. Так никто из вас не знает истории о Гелване и Дириан с белых кораблей? Mm.
А, давай. Расскажешь? Обожаю эльфские легенды. Гелван был знающим из народа Ольф. Он влюбился в эльфку из Айнсиды, но Диллиан отвергла его любовь. Геральт, наверное, пошутил. Ничего не случится, если вы узнаете эту историю. В день отплытия белых кораблей Гелван подарил ей солнечный камень. Он думал, со временем сердце Диллиан смягчится. Он велел ей использовать камень, когда она начнет по нему тосковать. Тогда он вернулся бы к ней даже из другого мира. Звучит хорошо. Будем надеяться, нам этот камень пригодится больше, чем той эльфке. Откуда известно, что камень на Скеллиге? Из легенд. Эльфских. Он хранится там, где столетия назад причаливали белые корабли. То есть на любом из островов. Прекрасно. Я поговорю с Машауром. Ты знаешь, где он? Я поспрашиваю в порту. Там сейчас стоят дракары Краха. Вы можете телепортировать меня на корабль Имгера? Исключено. Он экранирован сильнее, чем императорская почивальня. Можно попробовать пробиться туда силой. Фрингелия нам нужна невредимой. Они знают, что мы здесь? Чародеи Имгера? Безусловно. Если о Фрингиле уже договорились, почему он не вышлет нам ее в какой-нибудь лодочке? Они не договорились. Император обещал безопасность ложе, но... С Фрингилией все сложнее. Она его подданная, и на ней по-прежнему висит смертный приговор за измену. Когда мы, наконец, придумаем, как перебросить тебя на флагман, ты сам узнаешь, в чем дело. Я сам проберусь на корабль Императора. Вплавь? С мечами на спине? Да стражники подстрелят тебя, прежде чем ты успеешь произнести белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Не паникуй, он что-нибудь придумает. Попробуй подплыть ночью, у тебя будет больше шансов. А когда поднимешься на борт, покажи императору это письмо. Надо напомнить ему, что он обещал и что получит взамен. Я пошел. Я пошел. Удачи. А, пошлите. Скучно, мать его, идти. Черные на Скеллиге. Я и не думал, что доживу до такого. Тяжко было прибить. Так, где этот корабль? Их ты ж ё, моё. Чё ты далеко-то? Я за тобой слежу. Эй, ты! Не? Так, я тут знак был. Две ладьи блистали в побережье. Ты на мели черных нас сжигали деревень и даже. Ну будь здоров. Так. Где давайте телепортироваться-то? Мы тут уже везде были. Вообще я в это сюда приходил на стриме, наверное. Хотя вряд ли. Да, может, вполне. Распогодилось. Ты чё забыл? Да, погнали. Прямо на лодке. Только хардкор. Потопить лодку! Стреляй! Стойте! Я переговорщик! Сразу!
Герет, не надо было на Лоцките. У них тут ничего, освещение. Теперь-то готов. Все по местам. Ты мне про меня что ли говорится? Вот кто дебил. Не стрелять! Это ведьмак! По приказу императора! Не стрелять! Можешь мне как-то подняться, я не знаю. Неожиданно, да? Ведьмак, какой приятный сюрприз. Благодарю за теплый прием, император. Он был бы иным, если бы ты появился с моей дочерью. Где она? Она недалеко. Недалеко, белый волк, ты. От того, чтобы расстаться с головой. Ты настолько нахален, потому что думаешь, что сейчас я не причиню тебе вреда. И ты прав. Но однажды это изменится. Ты не всегда будешь необходим и неприкосновенен. Но хватит об этом. Не будем опережать события. Что тебе нужно? Фрингилия Виго. Ты обещал Йеннифер освободить ее. Я понимаю, ты человек занятой. Так что вот письмо. Может, оно освежит твою память относительно ложи. У Йеннифер даже самые вежливые просьбы выглядят как угрозы. Это мне в ней всегда нравилось. Хорошо, пусть будет так. Мне пора. Хоть в чем-то мы согласны друг с другом. Стража! Привести Фрингилью Виго. Можете снять с нее двемерит. Насколько я слышал, представлять вас не нужно. Прощаюсь. Фрингилия, давно мы не виделись. Остальные чародейки сейчас в Генваэле, у Артскеллиге. Мы на лодке... Меня уже тошнит от лодок. А меня от телепортов. Ну, делай, как тебе нравится. Вот так вот. А я бы с радостью, наверное, бы телепортом бы пользовался. Без этого. Фрингилия, нам надо поговорить. Ого. Воистину, медведь. Волк, ты видел? Черные псы решили нас запугать своими посудинами. Да видел, видел. Где Машавур?
у Лугаса. Анкрайт на троне по-прежнему мешает ему, как заноза в заднице. А теперь, едва он черных увидел, у него особенно засвербило. Вот друид и поехал к этому пустоголовому, попробует его урезонить. Пожалуй, я присоединюсь к Мышавуру. Мне с ним надо поговорить. Ну иди. А как увидишь этого дурня Лугаса, скажи ему... А, ничего не говори. Друид сам разберется. Прощай. Давай. Мне лучше добрый топор. Я хотел поговорить. До свидания. Не? Не. Растяпа. Сам такой. Ой. Ну, в чем дело? Ну что ты, можешь не благодарить. Я всегда рад спасти твою задницу. К вашим услугам. Ты спасал меня, потому что я тебе нужна. Прощай. Ну, прощай пока. Приблуда. Сука! Сам такой. Пес. Погладить нельзя. Вот. Обида. Так, куда нам тут? Ну вот сюда. А, Каймюр. Каймюр. Приходи, if you want. Кстати, кого тут можно было купить? Черчежи? Не черчежи, а эти фигнюшки. Чтобы найти броню школы ведьмака. Там с каких-то уровней. Там шестой или пятый мы находили. Нет, шестого нет. Нет, есть шестой. Пятый или четвертый мы где-то что-то такое находили. Я не встану на колени перед Крайтом. Никогда, понимаешь? Лучше брататься с черными. Да я с призраками из Морхюга лучше побратаюсь, чем позволю краху править Скеллиге. А что твои люди? Они пойдут за тобой, когда все ярлы назовут тебя предателем? Ты на моей земле, друид. Попридержи язык. Как это назвать, если не изменой? Это ты лаешь, прежде чем укусить? Крах прислал тебя по мою голову? Ну так попробуй ее забрать. Взять их! Я сам его убью! Слово героям! Погнали. Да, вот именно по этой причине потом вы не можете ничего тут купить, потому что... Каким образом, Геральт? Что это за читер? Потому что тут сейчас все исчезнет. Да. Дедуля, то успокойся своей палочкой. Выручалочкой. Роняет трусом. Руки прочь! Роняет какашкой. Он не выдержит! Роняет дедуля, который не мешает. Ну ладно. Давай, пропусти меня. Ёлочка! Давай, дедуль, пропусти меня. Курва. Наконец-то. Ну-ка сюда иди. Пойдем, здесь нельзя оставаться. Какой-то.
Так ё-моё. Дедуль, ты мне не мешай так. Я с удовольствием. Не стоит. Teamwork. Видал, видал, видал. А, да, видел, видел, я тоже видел. Система. Заварушка на Скеллиге не может обойтись без твоего участия. Вовсе нет, я довольно много пропустил. Дитя Краха сидит на троне благодаря тебе. А теперь ты, похоже, разжег маленькую гражданскую войну. С давних пор корону Скеллиге добывали, проливая кровь. От обычной политики это кровопролитие отличалось только масштабами. Однако резня во время пира в Каэртрольде была совсем другим делом. Ее итогом стал очередной ведьмачий заказ, который быстро перерос в расследование. Расследование, которое в результате дало островам Скеллиге новую королеву. Вот так вот. Стало быть, клан Друмонд ударит быстрее, чем мы рассчитывали. Я думал, Крах послал тебя хоть как-нибудь сговориться с Лугасом. Сговориться? Только Крах верил, что это возможно, когда дело зашло так далеко. Значит, я не слишком нарушил твои планы? Нет, в этот раз нет. Смерть Лугаса много изменит. Его двоюродный брат, который станет ярлом, слабый предводитель. Он глуп. Такая война быстро начнется и быстро закончится. Но зачем ты вернулся на Скеллиге? Ты знаешь что-нибудь о Солнечном Камне? Если верить легендам, он где-то на Скеллиге. Сперва маска Урабороса, теперь Солнечный Камень. Чудовища могут спать спокойно, раз ты стал искателем сокровищ. Я эльфами Аэн Сида никогда не интересовался. Но есть один скальд, Эйвинд. Он, вероятно, тебе поможет. Он как-то рассказывал о недоступной пещере или развалинах. Где его найти? Сегодня? В Оренбьорне, без сомнения. Еще пораспросил овцов жемчуга, Матиоса Рыбьи Жабры и Эрлинга. В последнее время они ныряют у мыса над заливом с восточной стороны. Спасибо за помощь. Вот еще. Возьми с собой чародейку. Ты же прихватил с собой хоть одну? В этот раз даже нескольких. Да хранят нас боги. Пошлите. Так. Тут ведь поскакали. Сейчас. Высматриваешь Нильфгаардский флот? Флот? А, да. Что-то там говорили, но у меня есть дела поважнее. По моим расчетам выходит, что именно сегодня
Легендарный белый кит Геворг пройдет у берегов Скеллиги. Я ждал этого всю жизнь. Давай высматривать его вместе, а ты заодно расскажешь, что знаешь про эльфские руины на Скеллиге. Есть какая-то пещера, до которой никому не удавалось добраться. И хорошо, что не удавалось. Иначе ее давно бы уже разграбили, как и все остальные. Эйвент! Да? Я хотел тебя уверить, что собираюсь осматривать пещеру исключительно в научных целях. Научных? Я пишу работу по истории эльфов Айн-Сиды под руководством Мышавура. Мышавура? Он никогда не интересовался эльфами холмов. Я вижу тебя насквозь, грабитель. Ничего тебе не скажу о пещере, хоть режь меня на куски. Стоп. Написать о прибытии белых кораблей — прекрасная мысль. Ты мог бы использовать мой перевод песни о Гелване и Диллиан. С большим удовольствием. Так где эта пещера? К востоку от Каэр-Трольда. До нее можно добраться только со стороны моря. Бывай. И удачи тебе с белым китом. Он появится сегодня. Обязательно появится. У него надежды... Напрасно. Чересчур напрасно. Все. Любишь соленый цвет? Кого? Соленый чего? Ну. Не кричи так! У тебя рана? Мой отец тоже был такой бледный, а потом умер. Ничего себе, тяжелый. Спокойно, ладно. Подыщ. Я немножко устал, но я хочу добрать эту игру сегодня. Идете куда-то? Цири говорит, что нам надо взглянуть на одно место на Скеллиге. Похоже, Авалак что-то от нас скрывает. Когда мы вместе были на островах, Авалак упоминал какую-то лабораторию. Ему надо было туда телепортироваться на минуту, чтобы что-то забрать, и он не захотел брать меня с собой. Странно он тогда себя вел. Довольно подозрительно. И что, вы собираетесь просто пробраться туда и пошарить по углам? Да. Пойдешь с нами? Хорошо. Где это? На маленьком острове между Ундвиком и Спикероугом. Придется сделать крюк. Я выяснил, что солнечный камень может быть в гроте на Артскеллиге со стороны моря. И там мне потребуется магическая помощь. Идите ищите лабораторию, а я осмотрю Артскеллиг. Потом, если хочешь, присоединяйся ко мне. Ты минуту назад говорил, что пока не привыкла к магической симуляции зрения. Разве? Я и забыла, как она умеет выводить меня из себя. Пойдем, Цири. Эпой. А я? Ну. Мы будем ждать тебя там.
А ну-ка сюда иди. Да, Геральт? Что с Маргаритой? Мне удалось ускорить процесс регенерации тканей. Она чувствует себя гораздо лучше. На самом деле, чем быстрее тут окажется Иридин, тем лучше. Похоже, скоро Цири будет не нужна твоя помощь. Как и твоя. Верно. Она будет делать, что захочет, и я ее в этом поддержу. А ты? Ты готов дать ей жить собственной жизнью? Я ни к чему не стану ее принуждать, если ты об этом. Чудесный у вас, Уайн Эйли, мир. Просто замечательный. Расскажи мне, как это у вас получается? Играете тут себе на флейтах, рисуете пейзажики с единорогами во время гона, строите резные башни с цветочками-завиточками, а потом убиваете нас, не моргнув глазом, без всяких угрызений совести. Как? Разве люди испытывают угрызения совести, когда убивают эльфов Айнсиды? Краснолюдов? Дриад? Мы такие же, как и вы. Потому что равно верим в то, что мы лучше других. Ну, это да. Расскажи что-нибудь об этом карантине. Ты хорошо его знаешь? Знаю ли я его? Я его вывел. В смысле, вырастил? Нет, Геральт. Я начал заниматься его выведением задолго до того, как он родился. Веками я соединял в пары эльфов, которые проявляли определенные способности, которые могли управлять временем и пространством. Результатом моих стараний стал Карантир. Золотое дитя. Золотое дитя, которое выросло и стало убийцей. При первой встрече с Цири ты взял ее в плен. Теперь ты ее оберегаешь, сражаясь против своих. Неплохой поворот. Во-первых, я не брал ее в плен. Она сама меня нашла. Таково было ее предназначение. Ну, конечно, лучше сразу переходи к во-вторых. Почему ты ей помогаешь? Потому что она опасна. Смертельно опасна. Ты видишь в ней человека, ученицу, может быть, даже дочь. Я вижу старшую кровь. Силу, которая может уничтожить мир. Силу, которую любой ценой нужно держать подальше от опьяненного властью Иридина. Мы действуем из разных побуждений, признаю. Но у нас общая цель. И будет лучше, если ты будешь мне доверять. Хотя бы попробуешь. Ну ладно. Прощай. Так, спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, комментируйте, не забудьте подписаться. И да, вот такие дела у нас. Подолжимся счастья. Либо следующий, либо через две, через три серии, может, даже пройдем эту игру. А может, даже не пройдем. DLC потом будет проходить. Все, всем пока.